Місто Святої Катерини має таємниці і легенди. Тут водяться привиди, кожна вулиця розповідає легенду. А ми проходимо повз і навіть не помічаємо цього. Але це ненадовго. Незвичайний путівник з'явився у нашого міста, дякуючи нашій гості. Зустрічаєте Олександру Троценко, автора книги «Легенди міста Святої Катерини». Добрий вечір. Здравствуйте. А откуда така ідея взялась, зробити таку книгу? Спасибо большое за вопрос. Идея возникла около года назад, когда мы работали над темой научной основы повышения имиджа городов Украины к Евро-2012. Тогда, когда тема зарождалась еще, город наш, мы не думали, что его обойдет Евро-2012, да, он был в списке. И мы работали под руководством профессора, доктора наук Любови Ивановны Зеленской над вот именно этой проблемой научной. И вот как бы у нас выявилась такая закономерность о том, что... что очень часто на имидж города, на имидж места влияет не столько само место, как информация о нем и не всегда правдивая информация. Ну и, соответственно, вот в ходе анализа мы выявили, что вот есть такие туристические легенды во многих городах. Ну и кроме того, я много путешествовала и очень часто встречала вот такие туристические легенды. И, соответственно, у меня возникал вопрос, неужели Днепропетровск хуже? Неужели у нас Абсолютно есть... с вами согласна. Неужели у нас недостаточно легенды? Поэтому год назад мы предложили на рассмотрение горадминистрации проект по разработке такого путеводителя, и нам выделили грант, и, соответственно, уже мы разработали ЗМИС, начали работать над содержанием, изучили очень вот много... Вот эта книга? Да, вот этой вот книги, ну и, соответственно, разработали такой путеводитель, конечно. Ну, давайте вот хотя бы какой-то пример, вот какую-нибудь легенду, может быть, ну, фрагмент какой-то интересный. Поразите нас, чего мы не знаем такого, да? Ну, я, наверное... И мимо чего проходим? Очень много у нас интересных легенд, очень много действительно тайн, мест, мимо которых мы часто проходим, действительно не замечаем, не обращая внимания на сам дом, на его внешний вид. Вот. Ну, конечно, самая известная легенда это о том, что у нас здесь был апостол Андрей. Она у нас фактически является чуть ли не основной идеей на сегодняшний момент. В самом названии книги мы заложили топонимическую легенду, что город Святой Екатерины, это уже топонимическая легенда о том, что город в честь Святой Екатерины, а не в честь Екатерины II. Очень много легенд, связанных с отдельными кусочками города. Вот Мандрыковка, Мануиловка-Поповка. В Мануиловке-Поповке есть дуб Попова. Мы его проезжаем, вот действительно тот объект, который практически не заметен. Вот все, кто ездил по маршруткой по проспекту Воронцова, наверное, даже надо очень хорошо присмотреться, чтобы заметить дерево, которое фактически заковано в асфальт. Это более чем столетний дуб. Есть легенда, что он был посажен еще рукой самого секретаря Потемкина, Попова, и поэтому он называется дуб Попова, и Мануиловка по большому счету называлась в честь Мануилова Попова. И вот якобы по легенде под этим дубом однажды отдыхал сам поэт Манжура, очень известный поэт в Екатеринославщине, он собирал фольклорный материал, и вот ему пришла идея именно под этим дубом написать поэму «Трем сын богатырь». Это очень известный герой и, соответственно, очень известный в нашем городе. Ну и это такой пример. Саш, очень немного времени у нас остается. Хочется спросить, где можно такую книгу вот увидеть, купить, почитать, я не знаю, где можно ее приобрести. И что за сборник у вас второй? Вот, возможно, очень коротко ваши планы, о чем вы мечтаете. Спасибо дальше за вопрос. Книги сейчас есть в библиотеках города. Конечно, больше они там представлены. Так. К сожалению, тираж уже весь раскупили. Частично есть там несколько книжек в Белокнижнике, есть в Мама, и есть немножко, ну, уже практически ничего нету автора уже совсем. Вот, что касается спрос очень большой, люди интересуются, это очень хорошо. Что касается планов на будущее, к сожалению, очень хотелось бы до тиража сдать, денег уже, к сожалению, нет, грант у нас закончился. Вот, может быть, какое-то будет переиздание, если будут спонсоры. А вообще, в идеале, мы хотим напечатать вот такую книгу, она уже по Украине есть, то есть это популярная тема для Украины, для города, для городов. Вы бы хотели это в рамках города, в рамках города, сделать такой яркий путеводитель, и, может быть, для детей, может быть, для других возрастов.
возрастных групп. То есть это было бы очень интересно. Спасибо большое. Будем надеяться, что вот нас услышат, и все-таки такие желающие найдутся и на дотираж книги, и на, возможно, новое издание, да, какое-то. Очень интересно это. Да. А вы, возможно, придете к нам еще раз в гости и расскажете о дальнейшем продвижении этой темы. Спасибо большое. Спасибо большое вам за участие. Відтепер легенди нашого міста будуть вказівними зірками для гостей патріотів Дніпропетровська. Сьогодні говорили про нещодавно виданий путівник «Легенди міста Святої Катерини» з її автором Олександрою Троценко. І тепер повертаємося до теми